Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем новый аромат компании Oriflame Valare Gold. Оставайтесь со мной. Современная интерпретация классической любви с роскошной нотой красной розы Grand Amour сердца – это аромат Valare Gold. Форма флакона ничем не отличается от предшественников коллекции Valare. Это тот же самый красивый цветок розы на изящной ножке. Посмотрите, как выигрышно смотрится этот флакон. Но именно воду Valare Gold отличает изысканное золотое напыление. И мы видим уже не просто бутон розы, а шикарный золотой бутон, который безусловно украсит любой туалетный столик. Парфюмер данного аромата Эвелин Буланже. Это француженка, которая славится тем, что она находит мельчайшие шикарные детали для создания великолепного букета парфюма. Эвелин яркий экспериментатор, и, видимо, именно поэтому с ней работают такие знаменитые бренды, как Джорджо Армани, Живанши, Нина Ричи и многие другие парфюмерные компании. И для компании Oriflame Эвелин уже создала Amazing Paradise и Power Woman. Талантливый парфюмер создала много ярких, знаменитых парфюмерных композиций, каждая из которых выделяется неожиданным и необыкновенным букетом. И именно таким букетом является аромат Valare Gold. Давайте же его протестируем. Мне очень нравится этот аромат, он цветочный, он довольно яркий, чтобы производить впечатление. Цветочные ароматы по статистике наиболее популярны у женщин и очень любимы мужчинами, потому что они чувственны, романтичны и в то же время они очень свежи. Женщины носят цветочные ароматы круглый год, но особенно популярность большую набирают такие парфюмы весной и летом, когда вокруг все расцветает, природа играет яркими красками, и женщина тоже стремится наполнить этот мир весной, свежестью, красотой и своим женственным ароматом. Верхние ноты фруктовые. Это звонкие свежие ноты мандарина, красного яблока и бархатного персика. Шикарный цветочный букет в сердце. Это великолепная красная роза Grand Amour, жасмин и шелковая гордения. И аппетитный гурманский шлейф из золотистой амбры, сандала и соленой карамели, который обволакивает всех окружающих и обладательницу этого аромата чувственной аурой. Фрукты, цветы и сладости – это истинное воплощение настоящего аромата любви. Какая же она, женщина в стиле Valare Gold? Это современная чувственная натура, и ее девиз – женщина должна быть женственной. В ее душе всегда живет любовь к миру, к любимому человеку, к себе, к окружающим. И она очень любит красный цвет. И именно этот цвет является символом настоящей любви, и именно он является цветом цветка любви – красной розы. Ведь именно красная роза Grand Amour с ее бархатистыми лепестками, непревзойденным ароматом, этот символ вечной чистой любви стала вдохновением парфюмера. Ее чувственность заворожила Эвелин Буланже, вдохнула в ее сердце мысль о бесконечной романтике и, конечно же, дала вдохновение для создания этого парфюма Valare Gold. И в этом роскошном гурманско-цветочном аромате воплотились незабываемые романтические моменты. Ведь букет свежих роз, который окутывает вас сладостным ароматом, это тот самый истинный роман любви, которое каждый из нас проживает в своем сердце. Тестируйте новый аромат Valare Gold, вдохновляйтесь на новые образы, любите и будьте любимыми, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!